have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки. Привет, привет. Всем здорово. Всем доброго времени суток. Где пятый голос? Всем привет, я забыл, что тут есть урон от падения. А, хорошо, это годится за приветствие. Да не вирус, ну к чёрт. Коронавирус. А, нет, это этот. Яблочное ковидло. Не произноси. THV. Я как раз нашел картину яблока. Фиг, а сюда попасть можно? Ах, сюда, ах, вы же это. Ну вот, ладно, хорошо. Ну что, офигенно! Сюда тоже можно попасть. А как тут? Я сломал унитаз. Как так можно было? Черт. Кто зараженный? Я не знаю, я только что сломал унитаз, вышел из туалета, и мне резко понадобился унитаз, потому что тут кое-кто внутри сидит, но он уже сломан. А я на карантине, у меня в доме никого нет, держу дистанцию. У меня все хорошо. Ну, в принципе, я один, вот эту фишку по сути, я помню. Среди леса. У тебя на доме кто-то. Помнишь, у нас, мы когда в это играли, у нас был снег. Да. Заметал этот фургон. О, кстати, мы соседи, мы почти в таком же фургоне. Видишь этот огромный белый фургон рядом с тобой, на котором человек на крыше? Один или два? Вот этот, там, где человек на крыше. Один человек, да? Один, так да. Это не фургон, это дом. Это я. О, погоди, там со своими фургонами продают пончики? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Стоп. Да, один вирус не остановит меня. Нет, тут просто кухня. Я думал, тут я держу пончики. Дистанцию. У меня все хорошо. Никто меня люди не остановит. Никто люди стабильно... Люди стабильно развивались с этой... Водонапорки. Погодите, я вирус на базе вирус. У нас тут? Да, мы да? Заболели. Да. А ну это, а это выглядит весело, слушайте. Хотя, мне кажется, он не будет работать просто. Он исчез. Да. О, мне 119 выживаний. О-о-о. Выживаний. О, аттракционы, как я и хотел. Ура. Давайте на лошадке кататься. Мы уже в Мэд-Сити катались на аттракциончиках, теперь можно и тут на аттракциончиках. Да-да-да, теперь тут. Теперь моя лошадка черная. Я хочу розовую. Ой. Ой. Как весело. Я пытаюсь понять, что у чувака во рту застряло. Я на вашем месте спрятан. Я на вашем месте. У него пончик во рту застрял? Что это? Да. Бой здоров. Так, хорошо, спрятались, допустим. Будет метель. Метеорологи предупреждают. Давай, давайте мы умрем. Да, мы умрем. Близзард? Мм. Ребят, забейтесь все в угол. Все углы забейте. Во, все, теперь не сдохнем. У нас крыша замерзнет, отвалится, и мы помрем. А я не в этом суть. Если несколько человек стоять... То типа тепло. Нет, стой, все хорошо, стой, все куша. Ну, по крайней мере, мне тепло. Все плохо, все хорошо. Меня не коцает, насчет вас не знаю. Я норм. У меня пока целая жизнь, хотя с мороженкой. Вы что, живы еще? Да. Я тоже. Клево. Да не короче, толкайся, ты, блин. Бананы вкусные. Я тут единственный, кто люди, бананы вкусные. А чё у тебя за 300 IQ мувы, ты прыгаешь на месте, подогреваешь? А чё ты кушаешь людей бананов? Ты что? Что ты имеешь против полу человек, людей бананов? Но банан. Тан-таран-тан, таратан. Да ну нафиг, покажись этого дома. Ну вкусные они. По сути или по вкусу? Ну по сути вкусно, но... Ну в принципе вкусно, но по сути не вкусно. Не по сути вкусно. Ну как бы на вкус вкусно, но не в принципе это не очень не вкусно. Лошадок снесло, вы чё? Блин. Это моё место теперь. Стена кончилась. Хи-хи-ха-ха. Не, уголочек ещё нормальный, тут ещё в кота можно вжаться. Нормально, выжили. Ням. Так, сколько у меня выживания? У меня выживание 155. О, давай тебя столкну в пропасть. Не хочу, спасибо. И камнем. Да, меня.
Опа, нифига. Это Джотаро! У нас гигант. Хотите посмотреть, сколько выживания? Нет, не Джотаро. Пацаны, у нас гигант. Да-да-да. Где гигант? Нифига себе гигант. Джонатан Джостер. По-любому. О, нифига себе! Такой наступит. Давайте в мой премиум класс. А почему он такой огромный? Ну, он заскилил себе изображение. Это скилл. Уходите! Это мой дом. Да ну вас нафиг. Я построю себе новый дом. С Блэкджеком и мамзелями. Мы помрем. Что теперь я раз? Тут могу? Унитаз! В этот раз песчаная буря. Я унитаз сломал. Чёрт. Я сломал унитаз. Пришлось врать. Вот от песчаной бури нам вообще здесь негде прятаться. Нет! Я упал. А я хочу тоже как бы заскелить изображение, как? А это не изображение, а скин можно свой заскелить, если выйти из игры, пойти в аватар, да, и там можно делать себя и тощими, и толстыми, и стандартными, и круглым, квадратным, там все, что хочешь есть. Нейдрон подумал, что он такой гигант реально получился. Ну он просто заскелил все на 200%, вот, получилось вот это. Если давали прям на меня встать, по... Да. Ребята, у меня дом кончается, помогите. Дом кончает, ну ладно. А потом меня спрашивают, почему я ставлю 16+, на Roblox, в самом-то деле. Из таких, как мы. Видимо, да. Причем этот коммент буквально сегодня прилетел от нового подписчика. А почему 16+? Вот и ответ. Вот и ответ. Но поскольку этого ответа ждать еще больше недели на тот момент, поэтому я, наверное, все-таки сегодня напишу ответ в комментах. Из-за таких людей, которые есть. Влад, посмотри на кровать, на лестнице. Куда? 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 Поехали. Крыша поехала. Крыша едет. А когда едет не только крыша, но и весь дом. Помним, любим, скорбим. Почему сегодня выходит? А, не помню. Ой, помним. Не помним, не любим, не скорбим. Дом улетел, ребята. Меня сейчас, по-моему, стенкой прибьет. Ты уверен? Или тебя сейчас принесет ко мне, или... Блин. Тут вообще безопасно. Посмотри, люди... Ну ладно, выжил. Фишка в том, что я два раза упал с водонапорной, пока пытался выбраться. У меня в жизни осталась вообще красная такая штучечка, чуть-чуть совсем. Блин, Дезерт, нам нужно на водонапорную вышку слазить. Тут весело и без... А, вы про это? Миротворца мы ее отдадим, да? Конечно, миротворцы. Месть коту. А, кстати, Фрум, за кого ты топишь? Конечно, миротворцы. Вы что, серьезно думаете, что вот эти чмошники с базара что-то стоят? По факту. Но они вообще такие чмошники. Там есть парочка. Там есть парочка интересных вещей, опять же, не знаю. Нет. Ну, типа в миротворцах только один человек, который нам не нравится. Альтер? Быстро седая. Нет, Альтер он топовый вообще. А этот нормальный чел, да. Вот это. Как его зовут? Я не помню. А за что меня посадили? Темнокожая женщина, генерал. Она нам не нравится, кстати, скоро бан словим. Если продолжать говорить аккуратными терминами, то я думаю, будет нормально. Аккуратными — это вот как я сейчас, да? Нет. Это не знаю. Я сейчас даже не знаю, что для Ютуба является аккуратным и нормальным. На всякий случай осуждаем. Да, я осуждаю. Вы осуждаете темнокожую женщину генерала? Да, за то, что она пыталась нам руку отрезать, как бы. А. Считаю это уважительной причиной, как бы. У меня жена горит! Моя камера горит, спасите! А почему ты делишься этим со мной? У меня тоже начала камера гореть, кого фига? А почему она не открывается? А вам не кажется, что при пожаре лучше выйти из здания? Я понимаю, меня заперли в камере. Спасибо коту, который сказал, наступи на оранжевую кнопочку. Подождите, мне нужно музыку сменить для такого момента. О, красава. Ладно. Вот. Я хочу жить. Мама, я не хочу умирать. Вы об этом тоже жалеете. То есть, это как раз тот дизастер, от которого легко сбежать, но благодаря коту мы оказались в запертых камерах. Ну, классно. Нормально. На меня упала огненная стена!
Я сейчас смотрю, как два человека стоят просто снаружи и наблюдают, как все это горит. Такие, ну да, ну да. Это хрень упала! Да, да, вот снаружи сейчас смотрю, наблюдаю, вообще весело. Я стою спокойно, вообще ничего не происходит рядом. Оно на меня упало. Там что-то, кто-то горит, а у меня все равно я снаружи стою. Потушите чайник, чайник горит. Да, о, молодцы! Страйк 2! Мы же взорвемся, да? Ну, нет. Типа, да. О! О, йо-йо-йо, йо-йо-йо. Кто в ракете, тот не выживет. Я знаю, я сейчас... Какая разница? В ракету, залезаем мы в ракету, йоу! Спидран по Майнкрафту, поехали. Спидран по ракете? Это ваша жизнь? Да. Спидранить? Walk for your life! Да! Мостик уладит! Пока! Пока, неудачники! А, Фрум тоже сел? Нет, я им кричу, которые улетели. Мы улетели! Так вы улетели, я говорю, пока, неудачники, мы-то здесь. Это мы вам говорим, пока, неудачники, вы не сели в эту отличную ракету. Блин, кто из вас готов спидранить ради ингибитора? Аси Рейн, спасибо. Вот, посмотри налево. Токсичный дождь. Что? Твое лево или мое лево? На чье лево? У нас одинаковое лево, кот. Хорошо, я смотрю налево. На леве ты. Привет. Всем привет. Привет. Вот где кот? Вон луна бы. Вам, наверное, интересно, зачем я всех вас тут собрал? Возможно. Это хорошая фраза в лифте. Способность перемещения между мирами подвластна нам с котом. И куда вы уже, на тот мир переместились? Да. Хорошо. У нас ракета взорвалась. Я же сказал, пока неудачники. Блин, а у чувака заляпанная кровью вот это вот скинчик прикольный, фреш. Yes! Минус 3! Уху! Страйк. Ты видишь его выражение лица? Ты про Тамара? Она безумна. Да. Да, ну так у него... Тамара. Баба Тамара. А вот я yes, сейчас даже не скажу, это женское или мужское имя, потому что неизвестно откуда он. Он. На меня упал кислотный блок. В таком случае я предпочитаю говорить оно. Я решил самоубийцу. Фон, ты не стал рядом с кислотным блоком? Да кислотный блок-то нормальный. Да прожжёт. Он уже впитал в себя с молоком матери. Так, дайте что-нибудь, дайте военную базу какую-нибудь. Дайте еще одну ракету. Или, знаете, хочу заправку. На заправке дофига классных машинок, на которых можно поездить. Да, или гонки. Тоже тема. Плюс-минус. Спасибо. О. Я не пойду. Я хорошо, пойду. Сейчас я тебя скину. В камерах безопаснее всего, я тебе говорю. Тебя там никто не будет трогать. Я сначала посмотрю дизастер, а потом я подумаю. Да, 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 я тоже. Я так и делаю всегда. Я снаружи. Что ж, чуваки, поехали в камеры. Потому что, например, если защищаться от болезни какой-то, то да, камера это тема. Эй, пойдем. Дезерт, пошли. Нет, в камеру. Не в камеру. Эй. Если за тобой из банка ходят люди, тоже в камеру можно. Так, опасно. Пустите меня деле. Туда! Бу. Иди. Бу. Бум! Минус чел! Оно не работает, я тебе говорю. Так, да, да. Фрум, кто из нас будет пробовать? Я сейчас посмотрю, какой дизастер. Я поэтому хожу. Флэш-флуд, ага. Но оно не работает. А что ты делаешь? Куда бежать? Наверх. За поток наверх будет. Сколько высоко надо залазить, чтобы выжить? Высоко. Очень да, информативно, кстати. Смотрите, столовые, там хрябные. Насколько высоко? Ракеты. Да. Право, да. А знаете, я в камеру их посижу, мне там безопаснее. А, слушайте, я вас понял. Черт. О, лампа улетела. А чё стул под воды упал? Потому что поржавел очень быстро. Сейчас стены начнут ржаветь, вот а это. А мы не упадем? Упадем. Кар. Давайте скинемся, чтобы я мог залезть на этот столб. Я считаю, отлично. Скинемся по рублю? Да. Все по рублю. И
все скинули. Олег, анекдоты про Штирлица, да? Да. Я! Там чел запрыгнул, короче, и этот, вылетел в трубу и разбился. Удачненько, не спорю. Ладно, тюрьму один раз пережили. Но видите, как она... Там даже на стене можно было. Я не знаю, правда, насколько это колючая проволока. Колючая? Колючая. Отшотает. Да? Блин. Половину хп, вообще-то. Да? Печально. Твои шмотки такие остались. 24-73-63. Хорошо, надо запомнить твое новое имя. Номер у кота? У кота? Это чья-то карта. Так, пошли у нас карты по второму разу. Ладно, посмотрим сейчас. О, а тут можно залезть на второй этаж, да. И тут есть спальные... Да. Блин, у меня голова торчит. Я хочу на спальное место лечь, а оно... Оно. Дезерт. Давай. Я застрять? Не, нормально. Сидеть? Посидеть. Садись, вот так присаживайся. Хова. Разбиться можно, кстати. Ставим ставки, сколько людей попытается залезть на водонапорную башню, разобьется. 4. Метеоритный дождь, аллилуйя, это дождь из метеоритов. На ручке 5, уже 2. А куда бежать, если метеоритный дождь? Никуда. Меня прижало куском бетона, вы чё? Кто стоял на то, что все умрут на водонапорной башне? Не знаю. В общем, тут вывали правы. Посмотрите на водонапорную башню и тех, кто там остался. Ну, я все еще на водонапорной вышке. Почему-то мне это напомнило одну старую песенку, там была анимация. Знаете, что мне сейчас... В смысле, а что меня убило? Я от сердечного приступа. Короче, я сейчас стою, и в меня прям ровный метеорит прилетает. Я вспоминаю эту серию, где в... Харри Фитхаусинг, я стою, в меня метеорит в единственном прилетает. На словах, в меня прилетает метеорит, в меня прилетел метеорит, спасибо. Не, метеорит, это рандом какой-то. Думал меня заскамить? Нет, ты думал, то что смотришь меня... Дальше кирпичного выкинь. Это видео. Какая же хорошая пустота. Не, это обычно кот тут любит помансить, посбрасывать людей, я как бы не особо. Я так люблю. А нифига мало людей выжил. Вообще выжил кто-то, вот это интересно. Ну это рандом, это полнейший рандом. Ну да, это рандом какой-то. Я вообще стою в краешке от гибели. Жду, когда меня пнут. Ладно, я сам виноват. Там третья тюрьма за сегодня, вы чё? Дайте что-нибудь. Я в тюрьму. Да, нормальная тюрьма. Я в тюрьму не вернусь. Зуземя, пошёл ты к чёрту, я тебя забаню. Пора, всё. Что такое? Он меня скинул. Всё, лови бан, короче. Чуваки, эта штука не работает. Что такое, в жбан не кидают. Минуточку, тут просто ступеньки не закреплены, как вам такое? Я так-то важный человек. Чувак, ты как коваль, да? Вообще, когда скинул админа в игре бан? Чувак, ты как коваль баном угрожать будешь, да? Да, а что? А потом после вопроса, почему в ногах будешь извиняться, да? Нет. Капец, а то чел был. Выйдет на улице. Какие клетки нафиг? Да не убивай. Что-нибудь в помещении, только крыса. Я крыса. До свидания, я выжил. Наверное, может быть. Ко мне тюрьма бежит, уйди. Ко мне тоже тюрьма бежит, помогите. Я бегу тюрьму. Я просто прыгаю, а оно ничего не может делать. А куда? Сейчас эти крепли... Это... Кого-то размазало. Мне кажется, или оно прямо в воду сейчас кинет? Было бы неплохо, я бы на это посмотрел. Да, я в смысле, я вообще на ней. Ну вы прикиньте, какое эффектное зрелище будет. Погодите, куда тюрьма бежит? Не в Давай. Еще немножечко.
другую сторону поползло. Блин, подтолкните кто-нибудь, стой, я помогу. Чтобы тюрьму подтолкнуть? Да-да-да. А я не упаду в воду, чуваки, я ставлю все, что у меня есть, на то, что мы не упадем в воду. Сейчас вот эта башня развалится и кого-то накроет карнизом. О, кусок стены хорошо пошел. Да ничего не произойдет, я вам говорю, и я не умру. И башня не упадет. Все круто. Да вообще все отлично. Если бы Энди Дюфрейн знал, что так можно делать, ему бы не понадобилось столько лет. Блин, 250 пин, капец. Зачем? Я выжил столько? На изи. Изи, согласен. Я тоже выжил на визи вообще. На визи. Вот, смотрите, я на пустой карте. Чё? Вот тебя оставили? Нет! Стойте! Ну тут я уже поддался, честно говоря. Я надеялся, что ты со мной полетишь. Погоди, тебя там кинули? Да, меня там кинули, а потом на меня упал забор, и я разбился. Вот скажи мне, зачем? Уходит в землю, в бан откисает. В общем-то, стойте тут возле фонтанчика, я хочу вам показать что-то. Стойте возле фонтанчика. Ну, короче, рано или поздно в земле дошутится, это все, что я могу вам сказать. Стойте возле фонтанчика, говорю вам, все. Кот сейчас будет показывать фокус с переломом ног, наверное. Возможно. Нет, нет. Так. Откисай, молодой. Что-то такой ветер, это сейчас или Sandstorm будет, или Blizzard. Вы на фонтане? У нас сражение на фонтане. Я прямо в воду. Да. Я в воду упаду. Чекай, я залез, я выбрался, понял ты? Да капец. Не, все, забирайте у него админку, давайте мне. Торнадо, фига себе. Торнадо. Торнадо сразу сдувает мой топ-хэт, вот это нечестно. Оно прям на тебе появилось. Коротко о везении Фрума. Да, это факт. Где моя хлеборезка? Она вроде не дамажит. Вон там Фрум, у него хп дофига, он в торнадо прям был. Фрум инвалид теперь. Так торнадо не убивает сама по себе, торнадо убивает именно деталями по репе. Если по тебе металлоконструкция прилетает, вот и все тогда. Помогите мне, хлеборезку оторвало. Блин, что-то опасно. Там кого-то в самом деле торнадо утянуло. Я вовремя сальто сделал. Нет, ну если у тебя одна нога, у тебя на 50% меньше возможности порезать ноги, при том, как ты ходишь по осколкам. А? Когда у тебя нет ни одной ноги, то ты Жан-Пьер Польнареф. Да. У Жан-Пьер Польнареф есть отрывки от ног. Если у тебя одна нога, то ты не можешь порезать ноги. Только ногу. У Жан-Пьера Польнарефа две ноги выше колена обрезаны. Ну как обрезаны? Вот будете искать туалеты по всяким ресторанам, будет такое же с вами. Нет! Осторожно! Нет, я выжил! Я успел! Ладно, ребят, думаю, на этой тогда трагической ноте я до сих пор на одной ноге, да. Ноте про французские ноги. Сдались вам, которые пахнут сыром, да, это... Не-не-не, они сдались, потому что не французские. Вот, будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, поправа, всем молодушек. И всем покеда. Всем покеда. Пока-пока. До свидания.